Налоговая продолжает проверки в здравоохранении. Цель – повысить финансовую прозрачность при оказании платных услуг. Ранее задачу поставил президент Красносельский. Первые результаты проверок показали – нарушения есть. Выявлен целый ряд нарушений в ряде учреждений. Это неприменение контрольно-кассового аппарата, хранение в кассе наличных денежных средств, использование неисправных контрольно-кассовых аппаратов, невыдача покупателям чеков, потребителям. За данные правонарушения должностные лица и юридические лица привлечены к административной ответственности. Чтобы повысить финансовую дисциплину и прозрачность платежей, в медучреждениях установят онлайн-кассы, видеокамеры и электронную программу учета пациентов. Налоговая продолжит проверки до конца года.